Магнитку захлестнет волна субботников. Со 2 сентября стартовала акция «Зеленая Россия». Принять участие в ней приглашают всех желающих. Горожане могут навести порядок на придомовой территории, у организации или присоединиться к массовой уборке. Первый десант чистоты высадится в экологическом парке 9 сентября. Организаторы предоставят инвентарь и мешки для мусора. Сбор назначен на 10 утра. Мы планируем традиционно 15 сентября в 13:30 акцию по очистке водоохранной зоны реки Урал. Чистить мы будем левый берег. Точно так же у нас будет сбор в районе курантов. Всех желающих приглашаем принять участие. Будет обеспечена доставка до места проведения уборки, также оснащение инвентарем, перчатками. Всех приглашаем. 15 сентября запланирована уборка береговой линии Урала на участке от собора Вознесения Христова до парка У Вечного Огня. Точное время проведения станет известно позже. Кроме того, локальные субботники пройдут и во дворах. О времени, дате и месте их проведения горожане могут узнать в своих управляющих организациях. Также жители инициативные могут самостоятельно на своих прилегающих территориях осуществить субботники, выполнить работы, например, уборка, либо это покраска лавочек, урн, возможно, ремонт какой-то произвести мелкий. Но необходимо все действия согласовать со своей управляющей компанией. Это нужно для того, чтобы горы мусора, которые были собраны в процессе уборки, не оставались на территориях. Еще один массовый десант чистоты назначен на 22 сентября. В 2 часа дня всех желающих ждут на смотровой площадке. Также в конце месяца пройдет акция «Тысяча деревьев детям». В ее рамках организаторы озеленят территории школ и детских садов. Кроме того, в этом году активисты движения «Зеленая Россия» решили провести несколько конкурсов для активных участников субботников. Их перечень и условия можно найти на сайте genuborka.ru.